работать. На цемент нам надо. Симулируем. Да, сынок? Миш, спину сорвал. Цемент таскал. Ладно, пойдешь трудиться на молочный завод. Вот, Миша, молока свежего принес. О, неужели купил? Да чем? Я же на молочном заводе работаю. Украл. Нет. Завтра все отнесешь обратно. Я же на молочном заводе работаю. Ты отнесешь обратно. Как? Не знаю. Как вынес, так и внесешь. Нет. Вот как лучше хотел. Ты чего? Хватит за него заступаться. Наш сын мало того, что не едет, так он еще и вор. Да какой вор, блин? Все так делают. Ты не все. И все не мой сын. Я тебе не позволю сделать неправильный выбор в жизни. Да ты вообще не хочешь, чтобы я какой-то выбор делал, блин. Ты знаешь, как правильно, как неправильно. А мнение мое... А мнение надо еще заслужить. Миш, я умру, кто тебе правду скажет? А я первый умру. Хочешь поспорить?